Видео подготовлено каналом Уроки ТВ из раздела «Осевая симметрия. Вопросы и задания». Первый вопрос. Пользуясь рисунком 8.2, расскажите, как построить многоугольник, симметричный данному многоугольнику относительно прямой. Рассмотрите рисунок. Четырехугольники А, Б, С, Д и А1, Б1, С1, Д1 симметричны относительно прямой К. Симметричные вершины четырехугольников обозначены одной и той же буквой, но с добавлением индекса цифры, поставленной внизу. Называя четырехугольник А, Б, С, Д, вы обходите его по часовой стрелке. Асимметричный ему четырехугольник А1, Б1, С1, Д1 против часовой стрелки. Таким образом, осевая симметрия меняет направление обхода на противоположное. Если перегнуть рисунок 8.2 по прямой К, то у четырехугольника А1, Б1, С1, Д1 и А, Б, С, Д совпадение. Иными словами, эти четырехугольники равны. Вообще, если фигуры симметричны, то они обязательно равны. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.